берешь? Я не вижу в зеркало ни хрена. А, ты перескокнулся. Сереж, я ничего не вижу в зеркало. Ап, не успели. Себя показывай. И мне вот так красиво покажи. Здорово! Здорово, друзья! Причесан есть. Можно причесать. Здорово, здорово! Здорово! Сегодня мы едем в Москву. Сегодня мы едем на конференцию. Конференция по бою в сентябре. Тихомиров, Иванов. Съемки, скажи, можно. Че? Съемки будем? Были съемки на сегодня, скажи. Были съемки сегодня для Гроуфу. Съемочки для Гроуфуд были. Здорово, здорово. Ай, здорово, здорово. Едем в... Куда? Едем... На конференцию. На конференцию в... Приморск. Даша танцор у меня. Семинар будет 24 июля в городе Москва, клуб Инферно. Так что приходите. Вы приходите, приходите. Направо надо приехать? Вот, нет, проезжай мост и направо поворачивай. Давай. После моста? О, после моста направо. Ну, я говорю, что направо. Ну, после моста надо повернуть. Ты с пятым здесь поворачивать или нет? Да, поворотничек включай. Справа. Да мы сейчас просто этим завернем вдвоем. Беленький поворотник. Это у нас так крепит машина? Не знаю. Вряд ли. Изменяют. У нас так скрипит машина? Здорово, здорово. Нет, мы в Санкт-Петербурге. Сегодня только поедем в Москву. Вечером. Вечером ночью поедем. Я буду спать, а Дашенька будет ехать. Сереж, а как эти люди мне звонят в скайп? Откуда вообще? Алло? Алло? Привет. А, да, кто это? Кто? Алло? Что, кто это вообще? Я не понимаю. Я спрашиваю, кто вы? Напиши. Продолжайте. Да, хорошо. Откуда у них мой номер? Кто эти люди, Сереж? Кто эти люди, Дашенька? Кто тебе звонит? Да, посмотри, сейчас будет писать, смотри, что он там пишет. Кто это такой? Какой-то парень, я не знаю. Я никому не давала ничего. Чего ты давала ему? Я ничего никому не давала, я никому не даю. Сереж, куда к нам ехать? Нам ехать прямо надо, по набережной. Что он там пишет, что ли? Может, это по работе? Не знаю. Не знаю. Кто тебе тут пишет? Кто ей там все пишет? О, опять звонит. Давай я возьму. Классика партнерства. Ипотека от ПАО «Сбербанк». ПАО «Петрострой». Мама звонила мне 11 секунд назад. Мне звонила мама. Едем прямо. А, сегодня не воскресенье? Нет. Дашенька, брось свой телефон. Все, 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 все. Едем прямо, прямо, Дашенька, едем. Прямо вот через эту штуку? Туда прям едем. Ой. Здорово! Ну что вы там, заснули? Что вы заснули? Мы по пробкам едем, как обычно. За бородачами, да? За бородачами, бородачей надо взять. Взять бардачи. Вот банка. Вот это баночка. А вот это как она? А? Дали? Это вам не... Не хохры-мухры. Дашенька, брось телефон. Ответь ему. Пишет, спрашивает, приходит ли сообщение. Напиши, что приходит. Подожди, подожди, не гони. Может быть, это вообще по работе.
Надо прям выяснить, кто это, Сереж. Так, так, так. Я за рулем не езжу, потому что у меня есть самый красивый водитель на свете. Это правда я, да? Смотрим вас всей семьей. Спасибо. Спасибо. Даша будет весьма странным, может глупым. Ты мне понравилась, я хочу общаться с тобой. Готов это спонсировать. Просто общение по интернету не вирт. Так. Подожди, подожди. Удалить, черт его. Нет. Заблокировать, чертова. Что ты там смотришь? Надо хоть фотку посмотреть, Сереж. Нет? Все. Ну все, на. Смотри фотку, давай. Смотри. Ну, интересно. Посмотри. Нет. Может, красавчик. Ну и что, еще у меня уже есть. Еще и деньги там, смотри. А что, ты у меня красавчик, не красавчик? Да что ты все, на, блокируй, отстань тут, господи. Сереж, ты же понимаешь, ну, я-то тут пишу. Да я же пишу. Танцуха нашла себе мужичка. Давай, пока я посмотрю. Так. Знаем вашего Шреддера, смешон он просто и глуп. Так, есть у него провода. Что за разборки? Да нет, это все так, домашние эти. Я не знаю, они как-то откуда-то знают мои контакты и пишут мне всякую чушь. Да, я молодая, представляете? Так. По щам тебе, Даша, по щам. Сереженька, заблокировал этого хама? Сцелуй меня. Заблокировал хама этого, а? На, держи свой телефон. Прямо нам ехать надо. Что там пишут твои ребята? Березки, перископ у тебя идет. Может, на дорогу будешь палить? Ты какая-то жирная какая-то, так показываешь мне? У меня все хорошо. Ой, я помидорки. Так, у меня сколько уже? У меня уже пять. Скоро ананасик будет. А все, ананасик у меня есть. У меня есть ананасик. Ага, что. Боже мой. Что такое? Все, езжай. Все, езжай. Ну что еще вам ответить на это? На вопросы? Вы дурацкие вопросы задают какие-нибудь, парень. Проезжаем, Дашенька, прямо и потом поворачиваем налево. На улице Итальянской. Вот здесь, да, налево? Да, ну не знаю, раз ты повернул уже, то поворачивай. О, черт, Сереж, надо было раньше говорить. Я говорю прямо, проезжай на Итальянской улице. Это Итальянская, по-твоему, улица? Что ты орешь на меня постоянно? Ты меня достал уже орать на меня. Ща. Отлично едет. Психопат. На Садовой теперь поворачивай. Не буду. Поворачивай, да. Не буду я поворачивать на Садовой. А что будешь делать? А вот вообще ничего не буду. Все, я не буду ехать. Сам бери вот эту баранку чертову и крути. Я в метро еще быстрее доеду. Ну, все, чем с тобой. Так. Ну, смотри, что ты показываешь себе какого-то хамла? Хамла. Хамлоща. Потому что вот так вот получается. Ты меня любишь? Потому что так получается. Хорошо, ты меня любишь. Давай на Садовую поворачивай. Ты за нами уже, Серёнечка. Нарушаешь, конечно. Я сейчас заберу. Сереж. Так, мы в Санкт-Петербурге. Че, гелаксация вам не выдает, что ли? Гелаксация? У нас солнца не было уже, не знаю, 3 недели, 4. Вот и все. Кстати, поедем в Сочи. Будем в Сочи через неделю. Скоро. Через неделю будем в Сочи. Загорать, купаться, перископе будем? Да. Так что такие дела, друзья. Ладно, поедем по пробкам. Спасибо. В принципе, и все.
Питере погода сегодня получше, конечно, чем обычно. Говно погода. Два месяца прошло, лета не было еще. О, Господи, ты боже ты мой. Ладно, друзья, все. Пока. В Москву на 5 дней. На 4, наверное.